Мы связали носок до основания маленького пальца. Можно примерить носочек, чтобы убедиться в этом. А теперь мы будем вязать мысок, то есть сокращать количество петель. Это вторая и третья спицы. Здесь мы вязали косами. Мысок носка мы будем вязать лицевыми петлями. А на первой и четвертой спицах мы уже вязали лицевыми петлями. И на этих двух спицах мы также перейдем на вязание лицом. Чтобы перейти на вязание лицевыми петлями, надо убавить несколько петель, чтобы носок в этом месте не расширился. Мы убавим по одной петле в каждой из пяти косичек. Еще убавим по одной петле вот в этих изнаночных бороздках. А в этой изнаночной бороздке мы берем 2 петли. Начнем работу с того, что мы уберем сначала изнаночные петли. Начинаем убирать изнаночные петли сначала на второй спице. В первых двух изнаночных петлях мы не делаем убавления. Затем провяжем лицевые петли тоже без убавления, а вот в следующих изнаночных петельках мы сделаем убавление. Вот эту изнаночную петлю мы провяжем с соседней лицевой петлей. Для этого мы изнаночную петлю сначала перевесим, поменяв расположение стенок, чтобы она не была скрещенной. Затем провяжем их вместе лицом. Провязали лицевые петли. Затем провяжем 3 изнаночные петли. А следующую петельку опять провяжем вместе с соседней лицевой петлей. Мы также ее перевесим, поменяв расположение стенок. И затем провяжем вместе лицом. Лицевые петли провязали. Эти 2 изнаночки мы вяжем без убавления. Теперь работаем на третьей спице. Здесь также мы сейчас убавим 1 изнаночную петельку. Вот эту изнаночную петельку провяжем с соседней лицевой. Перевесим ее, изнаночную петельку, а потом провяжем лицом с лицевой петлей. Лицевые петли провязываем. Вот в этой изнаночной бороздке мы должны убавить 2 петельки. Поэтому сейчас мы сначала провяжем вот эту лицевую с этой петлей, а вот эту лицевую вот с этой петлей. Лицевую петельку мы сначала перевесим, поменяв расположение стенок, и введем спицу сначала в лицевую, а потом в изнаночную, чтобы изнаночка ушла под лицо. Вот так. Затем провяжем 2 изнаночные, а следующие 2 петли провяжем вместе. Опять перевесим изнаночную петельку, поменяв расположение стенок, и теперь провяжем их вместе лицом. Вот так. Лицевые петли провязываем и еще провяжем 2 изнаночки. Вот таким образом мы убавили 5 изнаночных петель на второй и третьей спицах. Теперь продолжим вязание. На четвертой и первой спицах мы вяжем лицевыми петлями без убавлений. Итак, мы связали один круговой ряд и убавили 5 изнаночных петель. А в этом круговом ряду мы убавим по одной петле в каждой из 5 косичек. И сделаем это в момент перехлёста следующим образом. Сначала мы провяжем 2 изнаночные петли. Теперь мы снимем непровязанными 2 лицевые петли косички, расположим их перед работой. А следующие 2 лицевые петли мы провяжем вместе лицом. Снятые петли одеваем на спицу и провязываем их лицом. Таким образом, мы убрали в этой косичке 1 петлю. То же самое сделаем в оставшихся косах. Мы закончили убавление петель. Теперь на второй и третьей спице по 15 петель. Мы убавили по 1 петле в каждой косичке. И кроме того, мы убавили еще петли в изнаночных бороздках. А теперь приступаем к вязанию мыска.
Мысок можно вязать по-разному. На этот раз мы его свяжем следующим образом. Будем вязать его лицевыми петлями. Сейчас на 4 спицах у нас всего 60 петель. По 15 петель на каждой спице. Разделим 60 петель на 5 секторов. По 12 петель в каждом секторе. Первые 2 петли каждого сектора мы будем вязать вместе в каждом круговом ряду. И так постепенно мы убавим петли в каждом секторе. Давайте посмотрим как. Приступаем к вязанию петель первого сектора. Все петли вяжем лицом, а первые 2 петли будем вязать вместе. Для этого мы сейчас первую петлю сектора снимем не провязанной, вторую петлю провяжем и протянем через снятую петлю. Одну петлю убавили. Ну, а теперь мы продолжаем вязать оставшиеся петли сектора. Всего в каждом секторе, я напоминаю, у нас будет по 12 петель. Вот сейчас пересчитаем петли. Надо еще связать. Вот теперь 12 петель вместе с одной убавленной петлей. А это петли следующего сектора. Опять провяжем их вместе. Первую петлю снимаем не провязанной, вторую провязываем и протягиваем через снятую петлю. До сих пор у нас петли были распределены на 4 спицы, а сейчас у нас секторов больше, чем спиц, поэтому петли одного сектора могут размещаться на разных спицах. Итак, мы провязали 2 петли вместе, теперь провязываем следующую петлю, итого 3 петли, переходим на другую спицу. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 петель провязали. Теперь приступаем к вязанию петель следующего сектора. Опять первую петлю снимаем не провязанной, вторую провязываем и протягиваем через снятую петлю. Это 2 петли. Продолжаем вязание. Это 3 петля, 4, 5, 6. Переходим на другую спицу. Затем 7, 8, 9, 10, 11, 12 петля. Следующие 2 петли принадлежат уже другому сектору. Одну снимаем, следующую петлю провязываем и протягиваем через снятую петлю. Это 2 петли. Продолжаем вязание. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А вот эту петельку мы пока снимем. Она у нас одна осталась на спице. И перевесим на другую спицу. Отсюда начинаются петли другого сектора. Опять мы первые 2 петельки провязываем вместе. Первую снимаем, вторую провязываем и протягиваем через снятую петлю. Это 2 петли. Затем продолжаем вязание. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Вот мы провязали петли еще одного сектора. А вот эти 2 петли, провязанные вместе, показывают уже начало нового кругового ряда. Мы опять первые 2 петли будем вязать вместе. Теперь петли сектора можно уже не считать, просто вязать до 2 петель, провязанных вместе. И это будет говорить о начале нового сектора. Итак, мы сейчас первую петельку снимем, вторую провяжем лицом и протянем через снятую петлю. Теперь вяжем петли сектора лицом. Можно их не считать. Будем вязать до тех пор, пока не встретим
следующие две петли, провязанные вместе. Вот две петельки, провязанные вместе, это значит начало нового сектора. И опять мы сейчас первую петельку снимаем не провязанной, а вторую провяжем и протянем через снятую петлю. Мы сейчас можем еще на этой спице провязать несколько петелек этого сектора. Вот так, сейчас перейдем на другую спицу. И продолжаем вязать петли этого сектора до тех пор, пока не встретим две петли, провязанные вместе, принадлежащие другому сектору. Вот эти две петельки. Опять мы первую петлю снимаем, вторую провязываем и протягиваем через снятую петлю. И продолжаем вязать лицом петли этого сектора. Переходим на другую спицу, вяжем петли сектора лицом. Еще провяжем несколько петелек, а вот это две петли, провязанные вместе, принадлежащие другому сектору. Значит, опять первую петельку снимаем, вторую провязываем лицом и протягиваем через снятую петлю. И продолжаем вязание петель этого сектора. Вот опять две петельки, принадлежащие уже другому сектору. И опять продолжаем то же самое. Первую петельку снимаем не провязанной, вторую провязываем и протягиваем через снятую. И продолжаем вязать лицом теперь уже петли этого сектора. Итак, будем убавлять петли в каждом круговом ряду в начале каждого сектора до тех пор, пока в каждом секторе не останется всего по две петли. Мы закончили убавление петель. Сейчас на спицах всего 10 петель, по 2 петли в каждом секторе. Работу можно закончить уже на 3 спицах, если это удобно. Теперь мы оборвем рабочую нить, конец нити вденем в иглу и переведем петли со спиц на рабочую нить. Итак, обрываем рабочую нить. Конец нити оставим длиной примерно 20 сантиметров. Просто, чтобы удобно было работать. Оборвали рабочую нить. Она тоненькая, поэтому я обошлась без ножниц. Теперь вдеваем нить в иглу с тупым концом. А сейчас будем переводить петли со спиц на рабочую нить. Иглу вдели в 3 первые петли и протянули ниточку. Затем иглу введем в следующие петли. Если вы не планируете пройти второй круг, можно уже петли снимать со спиц, они остаются просто на рабочей нити. Вот так. Иглу введем в следующие петли, протягиваем ниточку, спицу убираем. Ну, а здесь петли уже на рабочей нити, поэтому мы просто уберем спицу. Вот так. Теперь можно затянуть ниточку. Теперь иглу отправим на изнаночную сторону, чтобы закрепить нить. Вот здесь есть в центре отверстие, туда введем иглу. Вот так. И вывернем носок на изнаночную сторону. Вывернули носок на изнаночную сторону. Еще раз подтянем ниточку, вот так, и сделаем пару стежков, чтобы закрепить ниточку. Вот еще один стежок сделаем. Закрепили рабочую нить. А теперь отправим рабочую нить вот по этому ребрышку. Она образовалась из 2 петель, которые мы провязывали вместе. Иголочку будем вводить вот за одну из стеночек каждой петли.
вот так аккуратненько, не прокалывая насквозь носок. Продолжаем. Вводить иголочку за стеночку каждой петли. Ввели иголочку в несколько петель и протянули ее. Расправили ниточку, чтобы она не была стянута. Вот так. Ну а теперь мы еще сделаем несколько стежков, чтобы закрепить нить. Вот пара стежков достаточно. Ну и еще выведем иголочку вот сюда. Все, таким образом мы закрепили рабочую ниточку. Конец нити обрежем. Теперь вывернем носок на лицевую сторону. Посмотрим, что получилось. Вот так мы связали мысок носка. Вот такой носочек мы связали с высокой манжетой, которую мы вязали косами в продольном и поперечном направлении. Давайте еще раз посмотрим поближе этот носочек. Итак, мы сначала связали косу в поперечном направлении, затем выполнили здесь соединительный шовчик, затем мы связали вот такие ромбики, работу продолжили косами в продольном направлении, затем мы связали прямой участок пятки, вот он, затем связали пяточку, кромочные петли на этот раз мы оформили вот так, затем вязали носок до основания маленького пальца, и потом уже мы начали убавлять петли и связали мысок, вот такой мысочек звездочкой. На этом урок закончен.